Итак, надеюсь, все пошло. Хотя я вроде вижу, что все идет, так что все отлично. Что ж, всем добрый вечер. Сегодня состоится наконец то событие, которого многие долго ждали. В конце мая был проведен шахматный матч между мной и киноманом. Закончился он тогда в ничью. Уже тогда мы приняли решение, что матч-реванш будет проведен. И спустя 4 месяца он состоялся. Соперником, ником, как и в прошлый раз, является киноман. Прошу любить и жаловать. Добрый вечер, Кракен. Приветствую, Рой. Приветствую всех зрителей. Корвакса, Чармуна, Никмастера, Антроплазма, Доктора Вайли, Зеттера. В общем, на этот раз мы немного изменим порядок. И теперь белыми буду начинать я. Да, черными буду начинать я. Я всегда играл черными лучше, чем белыми, и первый матч для меня очень важен, потому что для меня он всегда был самым сильным, по крайней мере, в первом матче я мог показать, наверное, все, на что способен, и поэтому первый сыграть черными, если уж я не выиграю черными в первом матче, то я вряд ли выиграю вообще, поэтому я начну за черных. Так, вот, как обычно, чуток подвисло. Рестримил, да, что-то упал. Да нет, это просто особенности приложения. А. Во, угу. Я пока прогружу чат. Напомним предварительный регламент для зрителей. Мы будем играть с контролем 1 час у каждого человека. Да. На 2 поединка. Хоть и кажется, что всего будет 4 часа, но скорее всего весь лимит времени израсходован не будет. Скорее всего уложимся в 3. Угу. Что ж, поскольку белые ходят первыми, на это ходить первым буду я. Начинайте. Е2, Е4, как говорил товарищ Раузер. По классике. Да. Привет, Рейзер! Привет-привет всем, Догмат, Рейзер, Карвакс, Мель. Всех рад видеть, посмотрим. Так, ну, я тогда тоже по классике. Е7, Е5? Да. То есть Е7, Е6 на один ход. Ты на один ход, а не на два? Да, на один ход, на один. Есть. Е7, Е6. Ясно. Ну что ж, Д4. D4. Угу. Так. Ну да, зеленые играют роль белых, а синие черных. Угу. Так. Конем с G8 на F. F6. Конь F6. Да. Ну, допустим, на это мы возразим. Ходом конь C3. Так-с. На это мы походим, наверное, ферзем на Е7. Ферзь D8, Е7. Угу. Ясно. Что ж. Е4, Е5. Угу. Логично.
Светлые против негров, точнее, зеленые против негров. Кто более популярно выскажется о своих притеснениях? Так. Ну, конем куда-то надо отходить. Ну, я отойду конем, наверное, на D5. Конь D5. Разумно. А я, пожалуй... Конь бьет D5. Угу. Ну, естественно, сейчас будет ЕД. Ну да. Пешка бьет на Е. На D5. F4. F4. Так. D7, D6. Пешка. Логично, поэтому F4 я и ходил. Потому что подрыв здесь очевиден. Угу. Так, вопрос мне, чем отвечать на этот подрыв? Спасибо, Зеппер. У Раевского перевес не только в тактике, но и в опыте. Поэтому посмотрим, что я смогу. Так, подкрепим. Конь G1, F3. Угу. Слон B5 шах пока преждевременно, Микмастер. Я этот ход видел, но считаю, что сейчас приоритетнее укрепиться. Тем более отдавать такого слона мне как-то не хочется. Привет, Зенон. Ага, так. Ферзём, наверное, на... 6. Это Ферзь получается. Е6. Ферзь Е6? Угу. Хорошо. Так, что же делать теперь? Допустим... Так, на пешку вроде никто не нападает, так что слон D3. Так, слон D3. Угу. Фигуры двигаю я. У киномана своя доска, на которой он расставляет фигуры. Да, мне проще играть на живой доске. Поэтому я повторяю ходы у себя. Так, ну в этом случае я пойду пешкой на пешку на Е5. Де. Да. Де. Фе. Фе. Да. Угу. Так.
Так. Конем с b8 на c6. Конь c6. Логично, на пешку надо давить. Ну, оторвали. Я тоже в шахматы играю с детства. Самый предполагаемый вариант, к которому склоняюсь сейчас, это, конечно, А2-А3, чтобы не допустить выпада. Пожалуй, даже так и так и даже и думаю сыграть, но еще есть привлекательный вариант — короткая рокировка. Но куда нацелены все фигуры? Мне вот это не очень нравится, поэтому А2-А3. Профилактический ход. Может быть, промедление, но что-то мне не нравится. Вполне логично, да. Так. Шутит, если будет рассинхрон, победит всех Кайлера. Рассинхрон, кстати, возможен, если я просто неправильно переложу какой-нибудь ход себе на доску, и все у меня полетит к черту. Кстати, на прошлом стриме это почти случилось, но я вовремя среагировал. Так. Тут шутит. Я один ни хрена в шахматах не понимаю. Если честно, таких довольно много. Тут Мелли, в общем-то, прав. Так, ну я, наверное, пойду ферзем на g4. Теперь g4. Этого хода я, пожалуй, ждал. В первую очередь угроза... Вопрос у меня теперь в том, куда собирается направиться твой король. Если бы он, конечно, уже был бы в короткой стороне, я бы пешку вообще бы даже отдал, потому что вскрытие линий, все дела, но... Тут у короля большая свобода выбора. Чё-то не хочется, как говорится. Надо прогонять. Можно сказать, первая ставка сыграла в чате Найта. Кто первый скажет, лошадь уходи. Куда ж без лошади-то? Да. С одной стороны, пешку охота защитить, но... По-моему, ладья g1 тоже ходить не особо хочется. Хотя, в принципе... Полифонист, спасибо. Рокировка все-таки мне не очень нравится из-за нацеленных на меня фигур. Я вот о рокировке я думаю, только не о короткой, вот, а о длинной. Поэтому... Я очень серьезно думаю. Потому что тут мы не в пешке играем больше.
Не, все-таки короткая рокировка. Все-таки короткая. Мне не нравится кое-что. Поэтому... Угу. Короткая. Все-таки особо нету развитых фигур на доске у нашего оппонента, поэтому... Ну, в таком случае убью пешку конем. Конь бьет d4. Угу. Конь... Бьет d4. Твой конь. Угу. Угу. Так, ну, следовательно, бью ферзем коня, делаю шах. Шах? Угу. Логично. Ладья f2. Тут не в этом дело. Вопрос в том, отыграю ли я сейчас пешку. Так. Вроде бы должен отыграть. В силу более активного расположения собственных фигур. Тогда я поставлю своего слона на c5. Слон c5. Тоже логично. Но на это следует... Слон b5. Шах? Слон b5 шах. Угу. Ответ нормальный один. А напомни, пожалуйста, рокировку при шаге делать можно? Нельзя. Угу. Тогда, да, ответ один. Это пешка на c6. Пешка c6. Теперь размениваем ферзей. Размениваем. Да, я тут понимаю, что малость сам просчитался. Ну да ладно. Ну, теперь либо ладья, либо слон. Ну, качество я считаю. Ну, пешку-то я в любом случае за счет связок отыграю, но... Как-то про связку я в этот раз забыл. Ну, потеря качества это ладно, я понимаю... Но в данном случае еще посопротивляюсь, памятуя о неразвитых фигурах. Так, куда ход? Слон, я отступаю на d3. Угу. Ну да, заберем ладью. Король бьет на f2, это нормально. Угу. Так. Ну что теперь? Ну а теперь, наверное, сейчас. Тут или рокировку сделать? Или двинуть пешку. Ну, в пешке смысла. Белый слон есть. Угу. Thank you.
Ну да, ротировка короткая. Ясно, сделано. Ну, у меня чё, выбора особого в принципе нету. Надо что-то выдумывать, поэтому... Я буду слона выводить. Слон, допустим, на Е3. Угу. Ладья на F8. Ну, ладья на F8 так и стоит. Ты хотел, вы хотели сказать ладья E8. А, ну да. Ладья E8. Ну, мне что остается? У меня слон... на F4. Е8, я считаю, даже точнее. Пешка G5. G7, G5, да? Угу. Ну, как будет угодно. На размен я согласен. Слон бьет G5, потом на это последует ладья бьет. Угу, совершенно верно. Потом я отступаю... слоном, скажем так, обратно на Е3. Я-то, в общем-то, считаю, что произошедшее ко моей выгоде, несмотря на уменьшение. Ну, в целом, да, поскольку на F5 ходить нельзя. Тут надо подумать. Угу. Наверное, я пойду слоном своим на F5. Слон F5 тоже логичное решение. Только мне, естественно, меняться в данной позиции не с руки. Слон E2. Слон E2. Так, стоп. У меня рассинхрон случился. Ну-ка, надо два хода назад отмотать. Рассинхрон? Угу. Слоном куда вы хотели? Я ходил слоном с C8 на F5, правильно? Правильно. А вы куда хотели? Я туда и хотел, но вы отошли куда? Я, походу, последний ход неправильно сделал.
Ну, на e2 все правильно. А, стоп. А, слон ваш стоит у меня на доске на f4, а он у вас на f3 или на e3? На e3. Тогда где был рассинхрон? Сейчас скажу. На e3. Вот. То есть не захотели меняться, следовательно, пошли черным слоном с f4 на e3, правильно? Нет, я пошел, чтобы не меняться, со слона e3. Я уходил слоном с d3, я уходил, а не с f3. С d3? Да. То есть слон у меня на e3 как стоял, так и стоит. Так. Вот так и вот так. Вот, все. Все правильно. Все, теперь все правильно. Так, значит, я хожу. Да. Так. Так, ну, я выдвину свою ладью, еще одну, на e8. Вот оно что. А вот теперь я уже согласен. Понятно, что я тут уже остался без фигуры, вопрос только каким способом. Слон d3. Да не в пешке дело, сейчас у меня заберут фигуру. Пешка это как раз полбеды. Вопрос... Слон d3. Да. Я должен был ходить ладья e1, а теперь уже все, проехали, теперь я труп. Ну да, съедаю слона слоном на d3. Да, я обязан брать пешкой, вы берете слона, ладьей на, соответственно, на e3. И я по-хорошему эту партию обязан теперь сдать, потому что мне сопротивляться нечем. Ну да, ладья на e3. Это сдача партии, потому что теперь у меня вообще нет шансов. Без качества я мог что-то придумать. Ой, ну надо же. Ну, вот я же говорил, что черными я еще черт. А я еще и не разыгрался к тому же, поэтому это нормально, что я сейчас проиграл белыми. Я черными возьму реванш. Это я почти не сомневаюсь. Давай попробуем. Сейчас мы изменим позицию. Перевернуть доску. Настройки. Где тут у нас настройки? Я просто забыл. Переворачиваем доску. Новая игра. На этот раз вы белыми, я черными. Доску я сейчас переверну по всем правилам. Угу. Так, где тут у нас перевернуть доску? Вот так. Мель, не переживай. Я всегда относился к этому философски. Я всегда белыми плохо играл. Я тоже. Жду хода от вас. Так, да, сейчас я фигуру расставлю. Нет, я не переживаю насчет поражения. Начинать белыми мне было изначально хуже, чем черными. Затащу, не переживайте. Тем более я сейчас после поражения только разозлен.
Как говорится, быстрый проигрыш задевает за живое. Ну, а я уже как бы немного успокоен своей победой, поэтому уже не буду так активно, наверное, лезть вон из кожи. Тем более белыми я играю всегда относительно хуже. Какой первый ход? Да, первый ход. Тут у нас теперь все наоборот. Да. Значит, если все наоборот, то Е2, Е3. Е2, Е3? Угу. С7, С5. Мне отыгрываться надо, поэтому сразу в атаку. Сицилианка лучший вариант для таких вещей. С23. Неужели сейчас будет... Затем у нас идет... Конь F6. Понимаешь, у меня не спокойствие, у меня даже расслабленность. А вот сейчас у меня от нее не осталось и следа. D2, D4. D4. Ну чё, CD. CD. Ферзьон по пешке. Ферзь бьет D4. Угу. Не будем открывать пешек на короля. D6. Так. Конь на А3. Конь А3? Угу. Что ж? Конь С6. Сразу нападем на ферзя, чтобы дело в долгий ящик не откладывать. Так. Не, я не профи, хотя в прошлом второй разряд имел. Но сейчас, видно, я совсем не смотрю, куда хожу. И пора бы мне сыграть так, как я это умею. Попробуем слоном на B, на B6. Фу, господи, на B5. Слон B5? А, стой. Не, секунду. У вас же ферзь под боем. Да. Да. Надо его убирать в первую очередь. Хотя, в принципе, слон b5 ход... Можно пойти? А, все правильно, да, слон на b5. Как угодно. Ну что ж, я прекрасно знаю, что от этого хода хотите.
Я все равно собирался ходить А6, а теперь я сделаю этот ход. При великим удовольствием А6. А6. Угу. Так, в этом случае мы забираем коня слоном. Слон бьет С6, БЦ. БЦ бьет слона пешка. Да. Так, и ферзем на А4. Ферзь А4. На пешку есть желание поддавить. Заради бога. Слон D7. Угу. Да. Пешка B4. B2, B4, окей. Ну что ж, раз мы лезем сюдымс, то ответим примерно тем же самым. Что ж, опять. Ну понятно, что надо финокетировать слона и рокировать, но раз уж такое дело, то я предварительно себе еще линии вскрою, почему нет? Получится что-то типа волжского гамбита. Арх, да, время на раздумье. Ну да, пешку надо убивать. БА5. БА. Ну что ж. Ферзь бьет. Опять. Ага, все-таки ферзь. Да. У меня уже есть два слона. При разбитой структуре с вашей стороны меня это более чем устраивает в эндшпиле. У меня уже преимущество. Будем его тихо, мирно реализовывать. В спокойной игре у меня преимущество. Ну давай, разменяемся. Размен ферзей, ферзь бьет опять, ладья бьет опять. Заодно и коня куда-то придется убрать. Прям в рифму. Ну, коня... Логичнее всего, конечно, наверное, на c5, сейчас на c4. Но там сразу по-любому придется его брать кого-нибудь еще.
Не, ну да, наверное, все-таки на c4. Конь c4, но я тоже ладью уберу. Только уберу я ладью. Скажем... На c5. Да, комбайнер, мы в прошлый раз тоже говорили в скайпе. На c5. В таком случае конем на b6. Разумно. Я в таком случае поступлюсь двумя слонами, но заберу пешку. Угу. Хотя, может, даже и не обязательно мне двумя слонами поступаться, знаете ли, может, вообще. В самом деле, кто сказал, что я обязан это делать? Я буду просто загонять коня дальше, чтобы он не выскочил никуда. Я тогда даже не буду пока пешку брать. Слон Е6. Слон Е. Принцип держать твои фигуры за решеткой. Я не хочу брать материал. Ага. Целесообразно. Важнее держать твои фигуры в узде, а это... Ну тогда ладья b1. Ладья b1? Вопрос, что ты хочешь сделать дальше? Если он хочет ладью поактивнее, то мне пора бы свои фигуры вводить, а то это уже как-то не есть здравый смысл. Вот теперь можно и забрать пешку. Mm. Ладья бьет c3. Сейчас уже можно. Окей. Все равно твой конь никуда не денется. Мне бы еще нужно найти реально время сделать g6 и слон g7, тогда вообще меня ничто не остановит. Ну, конь идет на a4. Конь идет на a4. Идея понятная. Thank you.
Так, главное мне ладью отступить правильно. Сейчас. Потому что я прекрасно знаю, что сейчас последует ладья b8 шах. Мне королем отступать на на d7, и на это следует шах конем. По этой причине мне не нужно сейчас подставлять лишний раз без необходимости материал. Поэтому у меня отступление одно. Ладья d3. Ну я следующего хода я просто жду. Ну да, ладья делает шах. Ладья b8 шах, у меня ответ один. Король d7. Что теперь? Подумаем. Ну, если конем шах на b6, то король, скорее всего, на c7. И как будете совместно защищать некоторые фигуры после этого? Ну вот да. Совместно никак. Потому что я еще потом не забуду подтянуть коня на d4. Наверное, так. В этом случае, наверное, я своего коня выдвину второго на f3. Конь f3. Вот он, как раз тот темп, который мне и нужен был. Чтобы g6 сыграть? Не g6 в данном случае. g6 сейчас уже в любом случае поздно. Форд, я к плейлисту Раевского не имею отношения. Но он заверил, что будет играть ретрота. Как видите, я не соврал. Ну что, конь d5. Защита. Ага. Так, вот тут надо подумать. Угу. Угу.
Ну, я-то так, сам... Ну... Я это и планирую, собственно. Король c7, потом... Чтобы ладью выгнать и развиться, вот так и планирую. Короче, малая рапировка. Короткая, ясно, разумно. Короткая, у меня да. Король c7, твою ладью надо гнать за шею отсюда. Ну да, я этого ждал. Я как раз думал, сначала нарваться ладьей, сделать шаг, и потом уйти, или все-таки рапировку. Ну ты, в принципе, вы сыграли так, как я и думал. Так, у меня, значит... другого хода все равно разумного нет. Возможно. Так. Ну, кроме как ладья А8, ничего конструктивного я не вижу. Да вот я тоже думал, что... Сначала уйти куда-то назад, но там уже ладья открыта. Не имеет смысла от коня прикрыть, мысль хорошая. Но, скорее всего, король меня все равно отсюда погонит. Если так... Ладья А8, потом какая-нибудь ладья А5, я вот это рассматриваю в первую очередь. Ну да. С другой стороны, почему бы и нет? Ладья открыта, давай попробуем на b3. Ладья b3? Угу. Тогда у меня созрела неожиданная мысль. Раз на то пошло... Ладья-то под связкой. По этой причине... У меня сейчас есть мысль разменять две легкие фигуры на ладью с двумя пешками. Возражений нету против такого плана. Ну или вообще можно еще проще поступить. Я сейчас просто возьму и разменяю ладьи. Ну так проще, да. Я не хочу всякие хитрости выделывать. Лучше я от твоей активной ладьи избавлюсь, так надежнее. Ладья бьет b3. Ладья пешка бьет ладью. АБ. Ну, у меня теперь очень даже пристойная позиция. Главное мне сейчас быстро все высвободить. g6. Мне тоже. Пешка g6. Да. Да. Здесь тоже называется кто первей. Ну, слон b2. Слон b2. Поскольку в данном случае мне уже ладья это ничем не грозит. Ну чё, продолжим наступление. F6. Угу. Так. Ладья c1. Разумно, давление на пешку. И мы поддавим. Условным. А чем, например? Слон h6, например.
Все фигуры у всех в игре. Посмотрим, что мне даст лишняя пешка. Так, все, теперь все развито. Осталось просто пригнать куда-нибудь ладью на пристойное место и вперед. Конь все равно сидит на... конь все равно на отшибе стоит. Ну, похоже, дело близится к тому, что я, скорее всего, отыграюсь. Так, наверное, конем на d4. Конь d4. Угу. Продолжаем давить на пешки. Мне, естественно, слон d7. Собственно, ответа на пристойный 1. Угу. Так, тут тоже надо подумать. Угу. Так, я, наверное, пойду пешкой на b4. А я все ждал, когда этот ход наконец будет сделан. Ладья b8. Ладья b8. Причем так сразу b8. Ага. Но... если так сразу, допустим, b5, что у нас? А на b5 последует c5. Сейчас, погоди, я еще не походил. Это понятно, я просто говорю, что я как бы заранее готов к такому повороту событий. Ну ладно, давай. b5. Я как уже сказал. C5. Да. Шах. B6. Конь B6, шах. Это нормально. Конь A4, B6, да? Сейчас, секунду. Нет, я походил пешкой шах с b5 на b6. А, b5, b6, ну сейчас изменим. b5, b6, шах. На это у нас будет абсолютно преспокойно. Скажем, король d8. А, то есть даже так? Да. Без зарубы. И под боем две фигуры.
За раз лобби спасти не получится. Да, интересно. Сейчас. Ой, сколько тут вариантов начать зарубу, боже мой. А я особо вариантов и не вижу, потому каких-то откровенно. Ну, тут варианты отличаются только последующей расстановкой открытых и закрытых фигур. И выбрать среди них не так просто. Допустим, если так, тогда так. И без понту. Мне так не пойдет. Если так. Вот я просто не вижу, что теперь, как спасать весь материал. Ну, материал весь точно не спасти, ну и не в этом суть. Ты хочешь попытаться успеть дать мат, но я вроде бы все прикрыл. Да нет, нет, наверное нет, не достану. Я попытался уже. Так. Не, ну пешку трогать не будем, она хорошо, хорошо прикрыта. А, стопы, еще конь под ударом. Ёпперный. Я говорю, тут две фигуры у тебя разом под боем. А. Вот в этом-то все и дело. Пешку надо было, как говорят, сразу сдавать. А теперь выбирай, какой из двух коней уйдет на растерзание. Ну, один конь у нас под пешкой. И он, скорее всего, уйдет. Но если, например, сохранить пешку под конем. А, она останется на месте. Ага. А если вот так? А, слон останется на месте. А, нет, не остался. Сейчас, значит, допустим, так. Так. А, ну вот да, это неплохой вариант. Да, наверное, так будет лучше. Тогда конем с А4 на С6. Конь С6. Knights cannot move along diagonals. А вы не можете пойти. А вы с А4 на С6 же нельзя. Ой, на С5. Ну ты меня понял. Конь бьет С5, да? Да, пешку на С5. Конь бьет С5. Ну что ж, я, естественно, бью. ДЦ, ладья. Да, ДЦ, потом ладья бьет С5, да? Так, ну потом, да, ладья бьет пешку на С5. На что я бью? Пешку? А тут, кстати, даже можно ударить, потому что если вы убьете коня, я убью слона, будет размен. Тут даже так можно. Но нужно ли мне это делать? Другой вопрос. В
Зоя Краснов, привет. Я не играл в Гандек. Ну так особо. Ну заберу пешку реально конем для спокойствия. Хотя может на Астергандле ты играл, не помню. Если это шмап, то играл. Все-таки пешку чем? Конем? Да, решил все-таки ладьей не надо, потому что пусть и размен, но все равно я не успею все отбить. Угу. Вопрос, куда теперь кто будет отходить? А я вообще ожидал, что ладью заберете. Я решил я подумал и решил так не поступать. А, слон был бы под ударом. Да, да и хотя бы мы все равно разменяли фигуры, но я решил, что нафиг. Угу. Потому что слон-то на b2 у вас тоже висит. Ну вот да, он бы тогда и был под ударом. От ладьи. Ой, ну что тут можно придумать еще? Из лишней пешки у меня теперь лишняя фигура. Теперь вопрос, как отбить последний натиск. Насчет своего голоса я никогда не комплексовал. Что хотите, то и говорите. Короче, я отойду слоном на c3. Слон c3. Ясно. Ну тогда я сделаю безальтернативное решение. Либо меняете ладьи, либо теряете слона. Ладья c8. Угу. Ну. Сейчас, минутку. А я попробую слоном на опять сыграть. Логично. Поэтому я сейчас с чистой совестью верну ладью на место. Да. Повторим ходы. Угу. Да я сам понял, Благомир, был же, но я тут прошляпил. А мучиться в эндшпиле я не желаю. Придется по... А и моя торопливость меня наказала. Ну, тупо менять слона на коня как-то неинтересно. Да и кто бы согласился? Да. А в остальных вариантах размен ничего не дает. Насчет голоса, я повторюсь, насчет голоса я не комплексовал никогда. Если кто-то думает, что мы типа перетянули проводом от Дэнди чего-то там. Наоборот, я считаю это достоинством. Не всякий может быть. Сию.
Достоинство голоса в его уникальности. У Раевского, по-моему, голос вполне себе уникальный. Ладно. В этой ситуации практически любой мой ход в сторону короля не несет ничего хорошего, размен не в мою пользу. Но и уводить ее со своих позиций как-то, наверное... Если не знаешь тогда, что делать, пешки двигай. Ну вот я, да, я так и подумал. Я просто думал, если я пойду пешкой, какой будет следующий ваш ход? Скорее всего, он будет таким же самым на c8. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно совершенно. Ну, у меня остается не под ударом только ладья. В смысле, без прикрытия. А угрожать ладье в этой ситуации, да все что угодно может. Ну ладно, пешка на f4. f2, f4. А я сейчас воспользуюсь моментом и, наконец-то, уберу подальше короля. Под связкой находиться нездраво. Король e8. Угу. Так. Подал ладья c7. Теперь мне уже не страшно ходить ладья c8. Конем никуда не выпрыгнуть. Критические поля c6 и 6 прикрыты. А ну-ка. А ну-ка. Если король ушел, что нам мешает? Я вот ладья c7 в первую очередь ожидаю. Да, да, что нам мешает поставить ладья c7? Самое Ничего. Главное, что это даст. Да, это даст то, что... А только ничего это не даст, потому что все равно слон под прикрытием. Меня просто больше всего в этой ситуации раздражает как раз таки белый слон. Я все думал, как от него избавиться. Подсунуть ему коня для размена. Вас это не устроит. А если я грохну потом коня слоном, он у меня без прикрытия, опять же, это... Ничего не дает ровным счетом. Ход не мой, арх. А если я ладью его разменяю, то, скорее всего, это будет моя с высокой долей вероятностью победа уже 100%. Лишние фигуры в таких позициях реализуют. О,
нетушки, я на эту партию шел с с расчетом на реванш, и я его одержал. Я считаю. Хрен с ним. Я не могу придумать ни одного я говорю, хода. Я знаю, меньше я проиграл. Но я отыгрался, и меня это полностью устраивает. Короче, конем на b5. Говорят, стрим рухнул. Сейчас посмотрим. Не, у меня идет. Полный порядок. Тут говорят, что рухнуло. Давай-ка все-таки поменяемся. Не буду выделываться. А, поменяемся все-таки? Все-таки поменяемся. Я не хочу рисковать. Куда моя ладья на b5? Ну и конь на d7. Конь на d7, вот. Так вот можно уже вздохнуть полегче. Вздохнуть-то полегче, но у меня лишняя фигура. Ну это да, она у тебя и была еще с середины партии. Я просто терпеливо все отбил. Теперь можно ее и, что называется, применять по прямому назначению. Ну, в таком случае, поскольку у меня все равно в меньшинстве, разменяем еще и ладьи. Давай. Не возражаю. Мне будет с этого только легче. А теперь план очевиден. F5. Потом так, подрывы, создание слабостей. Короче, я пойду слоном. Куда получается? На D4? Нет, на C5. А, нет, C5 это мне конем меня туда угонишь. Тогда да, на D4. А как на d4? У вас слон на a5 стоит. Как вы на d4 попадете слоном? Уйдет, папа, на c3. Слон c3. Я же сейчас буду начинать подводить полки. Как говорится. Конь d7. Мне торопиться некуда. Потом слон g3. Так, ну, пешка g3. G3, ну, F5. Такие вещи надо фиксировать. Забираем пешку пешкой. А как забирать? Подожди, ну, на F5, сорян, я думал E5. Не-не-не-не-не, я не столь глуп. Так, моя пешка на... H4. Слон F8. F8. Угу. Так. Король на F2. Король F2. H5. Как говорится, поставим все пешки на белое. И моему слону не будет мешать. И ты и вы напасть не сможете. Угу. Так. Король на F3.
Король f3. Слона пора вывести. e6. Вообще-то играет Градиус. Второй в данном случае. Пешка на e4. Как говорится, зачем мне париться в таком случае? Я просто попробую прокрасться куда-нибудь фаном в тыл. Не, Паша не от балды ходит. Паша хочет пешкой все свести к нулю. Да, только кто это даст? Слон c5. Я так полагаю, Еев сейчас будет. Ну, да, тут самое логичное, наверное. Еев, что теперь? Король никуда не выберется. Ну да. Теперь осталось просто мне подводить своего короля и забирать весь этот урожай. Так, куда ход? Я вашего хода жду. После того, как я убил пешку, вы куда проходили? Я тоже убил пешку. ЕФ. ЕФ. Угу. Так. У меня такой вопрос. Раз все быстро закончилось, третью партию играть будем? Ну, сейчас доиграем. В принципе, я думаю, можно попробовать. Как раз победитель получает все. У нас счет... Я слоном пойду на d2. Слон d2. Так. Теперь самое время подводить нашего короля. А то он что-то без дела стоит. Король f7. Слон f3. Е3. Слон Е3. Где и разменяться? Да... О, нет. Такого слона не меняют. Слон Б5. Король Е2. Король Е6. Да, такой слон самим нужен. Пешки же стоят у киномана просто ужасно. Король обратно на F3. Король F3. Ну, я продолжу гнуть свою линию. Король D5. Пешка G4. G4? Прорваться хотите? Ну, тут вариантов уже как бы и нет. А кто сказал, что я обязан позволять прорываться? Ничего подобного. Слон Е1. Е1.
Ну и меняйся. Пешки только себе хуже сделаешь. Слоном на f2. Слон f2? А вот теперь можно и разменяться. Я теперь пешку выигрываю. Слон бьет f2. Король бьет f2. И... fg. f5 бьет g4. f5, g4. Вот, теперь слоны свою роль сыграли. Я получил еще одну пешку. Король g3. Допустим, король e6. Ну, тут уже можно по кругу гонять короля туда-обратно. А я пока подведу короля, заберу пешку, проведу ферзи и поставлю мат ферзем. Ну, как бы да. Тут уже сдача, я считаю. Поэтому, да, тут пешка и шах. Я, естественно, возьму. Причем для верности даже своей пешкой. Я подойду королем f4. Король f4, ну, вклиниться надо. Но следующим ходом, насколько я понимаю, оппозицию придется вам потерять. Поэтому я просто подведу коня. Конь f6, вам обратно отступать. На g3. Нет, ну, конь, если на f6, то я могу королем сыграть g5. Король g5? А тогда даже еще проще, я просто погнал пешку в ферзи. Король g5, да? Да. Тогда... g3. Я просто уже убегу пешкой, ферзи. Мне большего для счастья и не надо. Ну да, поскольку дальняя пешка под прикрытием коня, мне тут особо уже и нечего ходить. Короче, ладно, на этом партия. Поражение, да? Ну да. Я попробовал пешек разменяться, но не вышло. Ну что ж, играем третью по принципу «победитель получает все». Ну давай, тогда я снова черными. Как вам будет угодно. Нет, Мель, у нас будет третья решающая. Ну, коли да, у нас получается 2-2 в общем зачете. Надо сыграть пятую. Так, у меня сейчас что-то чатик подвис, мальца. Такое бывает. Сейчас я перевернем доску. Ну да, я тоже пока сейчас все расставлю. Перевернуть доску. Поменяться местами. На этот раз я собираюсь сыграть белыми так же, как я сыграю черными. Разыгрался? Да, разыгрался. Так, где тут у нас настройки? Эй, я сказал перевернуть доску. Вот так. Поскольку у меня с Е4 что-то вообще не клеится, то я первым ходом на этот раз сыграю так же, как и черными. Я пойду первым ходом С4. Сыграю сицилианку с переменной цвета. Mm-hmm.
Да, мы на реальных досках расставляем. Ну, как минимум я. Да. Все, готово. Мне время назад вернуть? В смысле? Сейчас, то есть только сейчас готов. Я сейчас говорю, я говорю свой первый ход, C2, C4. Угу, поехали. C24 у меня, как всегда, E7, E6. На это мы ответим конь C3. И я сыграю именно сейчас спокойно. Буду считать, что я играю черными, только с лишним темпом. Так, ну у меня тоже конь. Это зеркальный ход. Конь C6? Не, с другой стороны. Конь F6, да? Да. Ну что ж. G3. Так. Угу. Так. Ну пусть будет C6, C7, C6. C7, C6. Слон G2. Я не собираюсь, в общем-то, отказываться от своих намерений, сыграть абсолютно спокойную, без риска партию, в которой у меня все-таки больше преимуществ. Пешка D7, D6. D7, D6. Кстати, я ожидал больше D5, прям скажем. Ну? Так. Допустим, Е3. Е2, Е3? Да. Пешка Е5. Е5. Это на чья?
Ну что ж, D4. Слон Е6. Б2, Б3. Благомир, не знаю, у меня изначально была любовь к более закрытым системам. К тому же я после 4 партий почувствовал, что я сильнее все же в позиционной борьбе, нежели в тактической. Поэтому бью пешку, Е5, Д4. Еды. Ну чё... Еды. Так, конь на D7. Какой конь? Мой. Какой... в смысле с B8, да. Так, конь BD7, понятно. Тот тоже достает, оказывается. Да. Ну что ж, D5. CD, пешка. CD, конь бьет D5. Конь бьет D5. Так. Так, вот интересно. Это не глупо. Ну, коней, наверное, разменяем. Конь бьет d5. Который у меня... Ну да, понял. Конь бьет d5, слон бьет d5. Слон бьет d5, да. Да. Вот. Тут, наверное, уже достаточно. Так. Теперь пойдем ферзем c7. Ферзь c7, ну это пешку прикрыть, логично. Я же сыграю, пожалуй.
Перси, скорее всего, на Е2. Так, ну я рокировочку сделаю. Длинная. Угу. В принципе, логичная. А я сейчас меняю слонов и забираю пешку. Слон бьет Е6. Угу. Ну да, соответственно, пешка бьет слона. Фе, и я, соответственно, бью... А, нет, бить нельзя, потому что... Или можно, сейчас посмотрю. Нет, ход ладья Е8 невозможен, потому что никто ничем не прикрывает твою ладью. Ну да. Так что я спокойно забираю пешку. Угу. Я потом, потом ферзя сразу же уберу и... Ну, я пойду в этом случае на c6 ферзем. Ферзь c6. А я, соответственно, ферзь d5. Ага. Прям склоняет Раевский меняться ферзями. Постоянно склоняет. А я никогда не любил это дело. Меня за это и не любили в школьные годы. Потому что я был любителем игры без ферзей. А, ну вот. А я наоборот любил играть ферзем. У меня он был самым главным в этом плане. Я любил атаки строить на принципе ферзя. Но... Давай для начала шаг сделаю ладьёй на Е8, как и хотел. Три. Хотел развиться. Если уж меняться ферзями, то только с твоего благословения. Поэтому конем на f6. Конь f6, но да, тут я, пожалуй, скорее вынужден буду поменяться. Ферзь бьет c6 шах. На что последует bc. Да. И я сам рокируюсь в длинную сторону. Угу. Как говорится, с атакой пешки. Так, вот теперь у меня стрель гухнулся. Я посмотрим. Да, о, потерь ожил. Кадров нет. Вроде ожил. Да отлично, наверное, лагает у меня. Так. Ну, а счет коня тут правильно говорят. Мне коня пора бы вывести, а то он что без дела торчит-то. Тут у многих говорят упало. Ага. Но у меня потерь кадров нет. Пешка на d5. Как говорится, логично. Кстати, а на YouTube стрим идет или нет? Да, идет.
Я уже все YouTube. На YouTube норм говорят. Я играю CD. CD? Угу. Что, тоже CD? Так, а я сейчас. Я думаю, может быть, все-таки конем. Как угодно. Если конем. Да, я конем убью пешку. Конь бьет. D5. А я сыграю, пожалуй. Лон D4, потому что от поползновения твоего коня бы хотелось защититься. Но я еще хода не сделал, сразу говорю. Я руку не. Угу. На слоном я буду в любом случае ходить, мне только и отступать. Нет, все-таки слон бьет А7. Еще одну пешку заберу. А. Логично, да. Но, удивительно, что прошлый кавер никто не узнал. Хотя вроде бы известная игра на SNES. Ну уж это-то, конечно, народ, думаю, узнает, но это вряд ли. Пешка на c5. А, нет. Да не, она защищена, если что. Пешка-то да, вот конь уже нет. Вот так, откат. Так. Да... Мегамен Х был в прошлый раз, а сейчас классический Мегамен. Ах, блин, а хорошо получилось бы. Ну ладненько, ладненько. Конечно, все-таки двину. На b4, пожалуй. Конь b4. Ожидаемо. Где ей влезть на А2. Но, естественно, на это у нас есть возражение типа ладья d2. Угу. У нас на это как раз теперь уже пойдет пешка на c5. На это я наконец-то выведу коня, а то я уже он уже бог знает сколько торчит. Конь Е2. Конь Е2. Блин, теперь у меня на Ютубе стрим подвис, да что такое? Я когда королем присану слона на b на b7. That moves the king into check by the bishop on a7. Король b7? Угу. Ну что, а мне только одна защита. Шах? Да. Шах, ладьёй. Ну тогда... Ага. Uh-huh.
Ага. Сейчас, а как лучше сделать? Нет, ну ладью вести, конечно, лучше будет отсюда. Поэтому королем на c6. Король c6. Угу. Но я ладью, естественно, защищусь. Естественно, я понимаю, что мой конь упадет на Е2, но... Но в данном случае не страшно. Именно в данном конкретном. Угу. Ну, забираю коня. Логично. На что я отвечаю мгновенно. Ладья d8. Ага, ладья d8. Угу. Твои фигуры выпускать нельзя. Наверное, тут я пойду королем на b5. Король b5, да? Да. Тогда ладья b8. Шах. Угу. Кроме... Ну, естественно, а6. Король а6. И теперь слон бьет на c5. Отвлечение. Выигрышем фигуры. Ну или качество, как угодно. Ну то есть да, либо я забираю слона, ты забираешь ладью. Либо мы все оставляем. А, ну либо поугрожать твоей ладье. Угу, так. Но пешку ты, конечно, в любом случае еще заберешь. В нагрузку, это понятно. Тут я даже с этим спорить не собираюсь. Да нет, наверное. А если мы сделаем вот так? Мы сделаем ладью и шах твоему королю на c2. Шах? Поэтому, скорее всего, слона потеряешь ты. Ну, у меня ответ один. Ты, естественно, бьешь.
ладьей. На c5. Но так. Это меня тоже не смущает. Потому что на это есть такой ход, как... Стоп. Так королем уходишь куда? На b1. Вот, да. Следовательно, я убиваю слона. Слона я убиваю ладьей. Я на что отвечаю? Сразу ладья d8. Уже ладьей с первой линии. И все равно так. Ничего не меняется. Угу. То есть, размен! То есть, ровным счетом не поменялось... ни черта. Так. Я еще и не забуду коня сцапать. Еще на отшибе. Все равно этот слон, читай, ничего не делает. Ага. Тогда я конем пойду на c6. Конь c6? Но мы тогда предварительно, чтобы... разбавить сие веселье. Хотя даже какая разница, чем ты ударишь мою ладью. Я все равно буду бить, ладья d бьет на f8. Угу. Ну и выбирай, какую ладью сцапать. Я все равно... То есть фигуру я обратно вернул. Угу. Получился эндшпиль с тремя пешками за фигуру. Ну, ладью, я убиваю твою ладьёй с h8. Ладья бьёт f8, ладья бьёт f8. Угу. Угу. Так. Позиция у тебя получше, но объективно это ничья, я бы так сказал. Ну, наверное. Пешки у меня плохо стоят, я их... Я их, скорее всего, сейчас все отберу. Да. А ладья с конем против ладьи, как известно, не выигрывают. То есть получилось, скорее всего, позиционная ничья. Ладьей слоном, конечно, у тебя был бы перевес, а с конем вряд ли. Нет, Мель, это ничья. Ты бы в такой ситуации согласился на ничью? Я бы согласился. Я считаю, что шансы равны. Я тоже. То есть перевес у тебя, может, и есть, но он не реализуем, поэтому... Нереализуемый, да. Пешки потеряю быстро, с ладьей, может быть, успею все твои пешки поесть, может быть, нет. Но я бы в такой ситуации не доигрывал бы, разошелся бы на ничьей. Я согласен. Мир. Все, да, мир. Тут реально особого перевеса ни у кого нет, и можно ее доиграть, и кто-нибудь просто кого-нибудь додавит,
какой-нибудь одной фигурой рано или поздно, но того не стоит. Не стоит это того, поэтому и ничья. Ну так, играется шестая уже или нет? Да уже, наверное, нет. Уже мозги после третьей партии вряд ли что-то выдадут. Я думаю, мы в любом случае разойдемся ничьи. Видимо, сколько мы не играем, равновесие у нас и останется. Но может еще будет третий матч когда-нибудь? Нет, ну почему нет? Более ни с кем я в шахматы так не засаживаюсь. Я думаю, что через какое-то время можно будет еще сыгрануть. Ну, не так скоро, наверное, как сейчас, но обязательно. Я тоже буду ждать этого матча с нетерпением. Все, договорились. Ну, спасибо большое за игру. Победила дружба, как говорится. Да, я этому рад, на самом деле. Я, если честно, думал, что я встряну гораздо быстрее. Да я просто первую партию сдал откровенно и только в двух следующих начал играть. А у меня наоборот, у меня первая самая сильная, а потом я уже играю слабее. Благомир, я не знаю насчет этого, насчет связанных покрытий. У меня король хуже, именно поэтому перевес именно у киномана, а не у меня. Будь у меня король получше, да, я бы поборолся, а так не вижу смысла, это ничья. Я тоже так думаю. Поэтому на этом ноте стрим объявляется законченным, спасибо. Может быть, через пару-тройку месяцев когда-нибудь спишемся и еще проведем что-то такое. Да, обязательно еще сыграем. Не знаю когда, но сыграем по-любому. Так что всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. Счастливо, Кракен, всем пока.